Смотрите, куда Наст помогает залезть Бурану. Вот на такую горку забрался. Понятно, что с серпантинами забирался, но все равно. Вот такой вот вид. Не знаю, это самая вершина, не самая вершина. Но очень красиво. Тетеревов сейчас видел пару штук, пока камеру доставал, улетели. Вот росомаха ходит, видите, опять. Очень много, кстати, следов. Может, гон у нее, может, еще что, не знаю, или столько их развелось. Везде шастают. Еду, ищу ламбину, блин, безуспешно. Ну, примерно помню, где она, но навигатора нет. И на карте того куска нет. В интернете посмотрел. Офигли, в интернете одно. В интернете одно... А так другое, что-то не могу найти, и все, даже, блин, намека на нее нет. Еду, и тут вот странный след такой увидел. Тут росомаха шла, да? А вот это вот, смотрите, вот видно, что глубже валится. Росомаха вот по бурановскому следу шла. Тут сейчас я покажу. Вот видите уже след. Следы. Короче, это не росомах. Видите, как валится? Угадайте, кто? Ни за что не догадаетесь. А вот когда я вам покажу, тогда догадаетесь. Все хочет вот туда перейти, но вот накопаны канавы вот эти вот, да? Он все время подходит вот так вот, раз, раз, раз. И все, никак туда не может залезть. Ищет место. Хочет куда-то спрятаться. А тут вот видно, что кто-то ездил, лосей гонял, наверное, не знаю. Но хлыжника. Ну, следы по вырубкам видно, что катаются. Не просто так люди. Смотрите, дорогие друзья. Что у нас здесь? Вот так вот, блин. Во. Во. Вот это он ровит, блин. О, здоровье, блин. Представляете, как он роет. Не знаю, как он в эту зиму выживает. Просто снега нереальное количество. Ходит, наверное, по ручьям, по руслам рек. Видно, как ковырялся. Ну-ка. Но походу даже... А, ну тут-то не замерзшая сильно.
О, корешки вот эти все он ест. Ищет корешки. Сейчас проблемы нету его догнать, то есть, ну, след старенький, но где-то недалеко он. Вот этот след старше. То есть он туда сходил и вот назад прошел. О, кабанятка. Он пятаком землю копал. Смотрите, пятак какой у него. Печатки. Он тут тоже рыл. То есть туда-назад, походу. Сейчас посмотрим. О, пятак. Вот пятак какой. Привет вам от порося. Я представляю, каких он размеров, блин. Один вроде, блин. Туда-назад след. Идет вот так вот. То ли нюхает он, то ли что-то. Раз-раз-раз тропки. Пойдем еще выше поднимусь. Покажу. Да, конечно. Непонятно, блин, замедло. Вроде как. Вроде как туда-назад. Там нарыто, не нарыто, непонятно. Ну-ка. Не могу найти. Хоть ты убей ламину. Не могу вспомнить. Не, он вот так вот идет немножко. Смотрит по сторонам. Ага. Да, туда-назад след. Тут он заканчивается. Там будет сидеть, там река. Скорее всего, вдоль реки будет сидеть. Вот так вот кабан выживает тут. Сюда сходил, понял, что тут делать нечего. Охренеть. Стали вот заходить и оставаться. Раньше я, блин, никогда не видел следов. А тут все чаще и чаще. Видите, как пережил волков. Волков, кстати, сейчас вот. Почему-то сейчас их нет. То есть или глубокий снег. И они тусят на речках, сидят. Или еще что. Осень, а и вот осень до февраля месяца. Просто их капец. А потом не раз куда-то и все. Куда-то как уходят, знаете. Да, сколько тут работы экскаватору. Сколько тут леса вырубили, сколько тут дорог построили. Я сюда заехал, я просто лес не узнал. Вот такие вот дороги у нас строятся. И вывозится по ним лес. В чем след и старый есть. Вот, бурановский. И свеженький. Ну, посвежее, не сильно свежий. Месяц, наверное, назад. Ладно, едем дальше. Не знаю, сейчас вот болото будет вправо. Сверну, попробую на него. Кабанятка где-то вот ходит. Ну, дай бог, чтобы зиму пережил. Вот так вот. Сильно там их в центре России прессуете. Вот они в Карелию сбежали уже. Ну вот один туда-назад следок. Ходит, блин. Он, наверное, здоровый капец. Посмотреть бы на него. Ну вот. Недалеко где-то будет. Тут херня-то. Примерно местность знаю. Ну нафиг он нужен. Посмотреть, если только. Ну, блин. Там машина, наверное, будет здоров. Сюда по следу, там кабан. Капец. Большой. Видно, что. О, видите, как пролазил туда. Кабанчик там здоровый будет. Сотня точно там есть. Так, дорогие друзья. Давайте начинаем проверку. Вот в этой лунке кто-то есть. Что, ее купить не дает? Ничего не дает. Ну что-то маленькое совсем, не знаю. Что там интересно? Что же там? Большой рыб, маленький рыб.
Сейчас увидим, узнаем. Как-то ничего вроде. О. Давай, 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 сама лезь, сама. Опа. Такая щучка. О, какая. Вот это рыбалка. Сейчас сюда обновим, поставим. Живца свеженького утром попало, видно. О, я уже, блин, сердечко ёкнуло у меня. Я уже камеру начал включать. Камеру начал включать и спуск нажал. На самом деле лучше перебздеть, чем недобздеть. Блин, ты посмотри какие. Тут получше окушки так любят. Ну что, будут у нас килошники, не? Будут килошники-то у нас? Или нет? Он кого-то вырвал со рта. Ставим самоловку. Ну что, в этой самоловке вчера попала щука, а потом была размотка. Поэтому сразу я камеру врубил. И будем смотреть. Я уже вижу, что размотана. Да, и щука сидит вроде. О, небольшая. Но все равно нормально все. Потянет. Приходила лиса к лункам, смотрела, что тут покушать есть. Вон тут живцов, наверное, подбирала, туда он пошла. Тык, 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 тык. Ладно, будем сейчас вот эту лунку проверять. О, есть. Ух ты, блин, как тянет. Чуть палку не утащила вместе со мной. Ничего, такое идет что-то. А, тут у меня самоловка слишком длинная. Вот она, красотка. Вот она лезет. Вот она. Ха-ха. Вот так вот. Не зря я руки морозил, цепочку менял. Видите? Теперь кайфую. Теперь кайфую. Такая щучка.
Вы, дорогие друзья, не поверите. Пришел я сюда, значит, к этой вот щуке, с этой щукой. И тут уже размотано, блин. Что-то идет? О, еще одна. Вот так вот. Две самоловки я проверил после этой. Уже щука попала. Вот так вот. Только схватило, наверное. Дай бог. Чтоб щучки попадали нам. Ну что, уже 4 щуки есть. Вчера я загадывал 5. Насчет 5, конечно, я не знаю. Ну, посмотрим сейчас. Смотри-ка, сразу же вторая, блин, взяла. Я камеру даже большую не включал, потому что это... Но я думал, нету ничего. Вначале так поднял, вроде как пустая. Думал, опять размотанная будет. О, блин, все забрало. Живец нужен. Свеженький. Ну, в этой унке, наверное, навряд ли поймаю. В этой унке, наверное, уже не будет живцов. Вот сюда таежного пахана флажки надо. Было бы интересно. Ну, может быть, весной приедем сюда. По последнему льду. Ладно, поставим того. Вроде как признаки жизни подает. Блин, офигеть. Только-только я тут прошел. Только я тут прошел, и она тут уже сидит. Ну давай. Жуца замучила, не замучила, непонятно. Вроде не сильно замучила. Будем ждать еще одну. Лунка, которая возле снегохода, и в ней кто-то есть. Будем смотреть, кто же это тут. О, корягу поймал. Так, а тут еще щука. Во. Вот такая вот. 5-я. Отлично. Норма выполнена. Дорогие друзья, еще одна самоловка. Размотана. Ого. Это, наверное, сегодня рекорд. Это, наверное, рекорд. Это рекорд, наверное. Надо лунку расширить. Я не понимаю, кто это такой.
океане. Ух ты! Смотрите. Чуть-чуть не ушла. Блин, не влазит. Как-то она раком намотала, что ли, там на себя. Ну, это рекорд, ребята, это я вам точно могу сказать. Видно вам, надеюсь. Блин, что это такое там? Ни в лунку не заходит. О, пошла. О! Трёха! Трёха, наверное. 2800, 3 килограмма. Вот такая щука. Класс! Это рекорд. Рекорд сегодняшнего дня. Класс, конечно, класс. Зря я сюда все-таки пробился. Смотрите, какая щучка. Класс, да? Хорошая щука, хорошая. Трёха. Дорогие друзья, не зря мы вчера с вами старались, ставили самоловки. Попало, я загадывал 5, попало 6 щук. Я доволен. На 15 самоловок это, я считаю, вот так было. 4 размотанных самоловки плюс еще, так что вот считайте. Я считаю, что клев хороший. Сейчас буду пить чай, а потом мы с вами пойдем проверять снова. Потому что чувствуется, что рыба клюет. Нужно еще раз ходить проверить. Живцо половим. Может быть, съезжу еще в одно место тут недалеко. Еще поставлю самоловки на другой водоем. Проверю, что там водится хоть. Вот такая вот рыба, вот это вот где-то 2,5 щучка, 2,800, вот эта двушка, ну остальные кило полтора такие вот. Вот такие щуки. Класс, да? Погода, блин. И рыба клюет. Что еще надо, дорогие друзья? Для полного счастья только это и надо. Вон, смотрите, какая рыбка. Как вам? Вообще класс. Какие щуки на секретном таежном озере. Да? Вот так вот. Ну и 2 кушка еще дернул на ушицу. Может быть, еще останусь на пару дней, так буду варить. Рыбалка удалась, поэтому можно и покушать. Костер ничего не жгу, просто вот чайку горяченького хлебанул и дальше буду ловить. Чайку горяченького с салом, который чесноком. Вот так. Такого штатива даже у друида Феофана нет. Что тут у нас? О, а тут-то рыба. Рыба сидит. Наверное. Это не точно. Что-то как-то... Может, ничего и нет? Нету ничего. Размотала просто. Сейчас
Сейчас опустим по новой. И будем ждать. О, дорогие друзья, тут кто-то есть. Тут кто-то есть. Та самоловка с палочками с плохими. Нахрапом. О! Опа! Взяли? Хе-хе. Все-таки палочки сработали, как-никак. Как ни крути. Дорогие друзья, кто-то сидит. Опять кто-то сидит. Ха-ха, еще одна. Получается, восьмая щука за сегодня. Так. Огонь. Это классная рыбалка. Ну вот еще парочка. Отлично. Надо поймать живца, потому что на одной самоловке не получилось поменять, потому что их нет. Так что сейчас пойду ловить опять живцов. Вот такая рыбалка. Бегаешь как этот. Снимаешь, снимаешь, снимаешь. Лам снимаешь, рыбу снимаешь. Вот такая классная рыбалка, классная. Вот каждый год это вот ждешь это время, чтобы приехать. В этом году поездка была под угрозой. Ветка зашаталась, я услышал. Сидел, рыбу ловил. Да, кто-то сидит, точно. Размотано. Что-то небольшое вроде. Эх! Эх! Поводок сломался. Интересно. Ну уже старенький, где-то, наверное, подгнил. Переломился. Видите? Ну, щучка была. Ну, ничего. Стройником погуляет теперь. А я сижу такой, там рыбу ловлю. Слышу такой звук палки об снег. Раз. Я пошел смотреть, и вот, блин, рыбина сидела. Видите? Петельки нет. Вот так вот обломило. Ну, время уже, наверное. Хотя я каждый раз смотрю, проверяю, но... Видимо, что-то упустил. Как-то так вот. Убежала щука наша. Ломки что-то хватает интересное. Крупное, не крупное, я не знаю. Уже наготове просто. С камерой. Не, не крупное. О, такая вот шляпа. Хватает за хвостик.
И так бьют по-всякому. Ну, настоящего удара нет. Все мелочи. Друзья, и выплюнул, главное, сразу. Взял я еще лаптя. Взял кабана. Ладно, кидаем еще раз. Вот на эту я вам сейчас покажу, что за мурмышка. Что за... Ну да, на такую леску можно понаглее тащить. Но кайфа не, такого не испытываешь. Бабахнул только так. Вот тишина опять такая наступила. Как будто вот щука, блин, стоит. Эх, вот там кто-то. Сейчас я вам этого красавца покажу. Главное, я его достал до налет. А он такой ртом такой. И джиг-головку выплюнул. Вот тает вот. Смотрите, какой лапоть. О, какой красивый. Какой красивый окунь. Во, 800 грамм. Чуть не в лунку, блин. Давай-ка еще. Ну вот кайф, кайф нет, конечно, на джиголовку на такую тянуть. Леска все же тут, наверное, 0,25-0,20. Так, как-то понаглее вытащил. Смотрите, какой окунь. Смотрите, какой он красивый. Ух. Пузо все такое вон на него. О, желтое. И плавники такие оранжевые. Кабан. Сейчас донку положу. О. Донка длинная. Видно, да, размер? О, вот так вот. Вот такие кабаны водятся в карельских таежных озерах.